вы смотрите новости онлайн. Во втором выпуске программ зрители уже не увидели Ольгу Бузову, но зато там звездила Дана Борисова. Правда, поклонникам Ольги не стоит переживать, и никакой замены не произошло. Просто Бузова дает очередной концерт в очередном городе. А Дана пришла пожаловаться на то, что Максим Аксенов требует с нее алименты на содержание дочери. Борисова, которая сейчас порхает из одной студии в другую по ток-шоу, получая за это гонорары, уверяет, что уже задолжала 60 тысяч по исполнительному листу. А ведь любое ее появление на телевидении стоит порядка 300 тысяч рублей. Кроме того, квартиру ей оплатил Малахов, а продукты покупают друзья. Но вместо того, чтобы оплатить алименты и налаживать отношения с дочерью, Дана предпочла подзаработать еще немножко деньжат в бабьем бунте, жалуясь, какой негодяй Максим Аксенов. Мнения в студии разделились, и если дамы-ведущие ратовали за то, что права Дана, здравомыслящие юристы напомнили, в каком ужасе Полина жила последние 5 лет и что именно отец создал для нее нормальные условия для жизни. Ну а что до Ольги Бузовой, то ее в эфире заменила Татьяна Васильева, которая хоть и пыталась бунтовать вместе со всеми, но не была такой активной, как ее предшественница. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!